Сегодня мы проснулись и увидели, что у Тоси опять все горло в крови. Побежали в ветеринарку, врач посмотрел, взял анализы и сказал, что все нормально. Но мы заметили, что Тоси расчесывает горло до крови только когда спит детской. И тогда врач сказал, что собаке не то что спать, а даже близко подходить к детской нельзя. То, что мы услышали от врача, нас шокировало. Друзья, как думаете, что нам сказал врач, почему Тоси нельзя спать в детской? Он сказал, что это может быть аллергия на старую мебель. Мы пришли домой и стали выбрасывать все старые вещи. Мебель и даже стены обновили. И мы решили провести ночь с собаками в детской. Просыпаемся и видим, что у Тоси с горлом все нормально. Представляете, у Тоси все прошло. Всем большое спасибо за поддержку.